мой трек это выстрел. Вы все пытаетесь зачитать быстро, а правду вострить мои слуха нет. Сейчас покажу, кто на редиме отец. Своими громкими криками пытаешься скрыть полное незнание зов Грайма. Именно поэтому за твои ужасные потоки тебя не будет уважать моя банда. Ты мечтаешь стать Финчем, и ты начал под него косить. Подман, пойми, ничего личного, но ты стелешь, как пьяный Борис. Ты бездарен, как Даниил Манилов, нулевая подача, ты не Рамирес. Короче говоря, ты меня понял, ман, тебе далеко до Аюмат-Блат. В общем, зря ты полез на ритм, да, такого неуча свет не видел. Так что без шуток, даю тебе минуту, чтобы ты встал и ушел без шума. Наша кредо идти всегда вперед, да есть проблемы, иногда не прет. Вейсман не шарит, он тут за флоу, что с тебя взять, ман, you don't know. Ты не килклик и не колпак, тут скорее кикфлип или как так. И ты тоже не создатель культовых строк, будто это ACMC или Crime Boss. Наш хайп-тренд тебя тянет на дно. Crime вселенная это Suicide Squad. И ты прячешься там, где не смогут пули достать. Наши потому что хочешь не упасть лицом грязь. Априори тупо ты подумай сам. То есть ты бежишь от Crime, чтобы делать Crime. Потому дорога тебе смела вам. Прямиком туда, где не следует пара белума. Встой, просто заткнись. Нет, это не Batman, you don't know. Его монеты сленг, но Grime внутри нас. И это не Блок и не Лондон. Это то, чего у нас не отнять. Просто так, пока слышен редим этот бешеный вайб. Проникая по венам, как будто бы яд отравляет. Но вновь нас сияют глаза. И ты будто бы снова готов заряжать всю обойму. И все снова знакомо до боли. Но зачем это все еще секунда, ты в коме? Только слышно, опомнись.